Всем привет! Вы на канале Кача. Сегодня я расскажу, как сделать свой смен чипает Проплакс. Если не будет так перелицнуть, так погнали. Шаг первый. Зайди в Google. Второй. Запиши в поиске Проплакс.com. Шаг третий. Заходим в Проплакс. Шаг четвертый. Нажимаем на кнопку Continue Browser. Шаг пятый. Нажимаем на кнопку Create. Шаг шестой. Нажимаем на эти три полоски. Шаг седьмой. Заходим на надпись Creations. Шаг восьмой. Заходим на надпись Avatar Items. Шаг девятый. Нажимаем на кнопку Upload Asset. Шаг десятый. Нажимаем на кнопку Upload. Шаг 11. После того, как вы выбрали любое фото, то оставляйте имя или измените его. Шаг 12. После того, как вы сделали что-либо, нажимайте на синюю кнопку. Шаг 13. Выходите из Google и заходите в Roblox. Шаг 14. Заходите на свою аватарку. Шаг 15. Нажмите на эту надпись. Шаг 16. Нажмите на надпись Clothing. Ну и последний шаг. Нажмите на надпись Clothing Shops. И тогда вы увидите, что все готово. Я думаю, что все шаги вам помогли. Если вы хотите увидеть моих фото, то встретимся в этих видео. Всего доброго!